Всем привет! И с вами я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. И сегодня я предлагаю вам спланировать свою будущую жизнь. Но не просто спланировать, а подумать, сколько активных лет вам реально осталось жить. Для этого я беру сантиметровую ленту. Вот она у меня совершенно новая. И сейчас я предлагаю вам тоже отрезать тот кусок жизни, который вы уже прожили. Итак, я прожила уже счастливых аж 49 лет. И я здесь и буду отрезать. Вот. Этот кусочек жизни я уже прожила. Видите? Вот. По-честному говоря, мне осталось таких же 50. Но мы прекрасно знаем, что из этих 50 сложно все 50 прожить активно. И я сама у себя спрашиваю, сколько еще активных лет мне реально осталось. И отрезаю себе еще лет тоже, может быть, 25-26. Отрезали на 75. И вот посмотрите, друзья, какой короткий кусок у меня остался. С 50 до 75, вернее, с 49 до 75 мне нужно успеть. Боже мой, сколько еще интересных дел меня ждут. И предлагаю вам оценить свою жизнь и запланировать на этот оставшийся кусок. Возможно, у кого-то он будет гораздо длиннее. Запланировать и не терять возможности, не терять времени, прожить этот отрезок, этот кусок жизни активно, насыщенно, счастливо, реализовать все ваши мечты и почаще смотреть на вот этот кусочек и говорить себе, осталось-то, но уже не так много, нужно торопиться воплощать все свои мысли, идеи, желания, проекты в реальность. На этом у меня все. Возьмите на вооружение эту прекрасную практику и будьте счастливы в своей жизни. А с вами была я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова. До новых встреч!